Добрый день, уважаемые зрители. В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Вижу, что на нуле поставила свой плюсик. То есть я понимаю, что с трансляцией все нормально, соответственно, начинаем. Итак, давайте посмотрим, что у нас в Форекс-календаре. Поэтому на главной страничке Альпари заходим в раздел «Аналитика Форекс», выбираем календарь событий от FX Street. И давайте посмотрим, что у нас было вчера после нашего обзора, что у нас впереди и как вся эта статистика может повлиять на валютный рынок. Рассматривая мажорные валютные пары в торговом терминале МТ4. Итак, значит, сегодня четверг. В среду вчера после нашего, точнее, во время нашего обзора выходили данные по торговому балансу в США и в Канаде. Вот на самом деле, как выглядит динамика по канадской внешней торговле, то есть по их экспорту и импорту. В целом, синяя линия, темно-синяя, указывает на повышение экспорта, то есть потихонечку можно предположить, что действительно начинается восстановление внешней торговли в Канаде. И это, конечно, хороший сигнал для канадской экономики, для канадского доллара. Также хочу напомнить, что Центральный банк Канады неоднократно подчеркивал, что по их видению в этом году потихонечку начнется сдвиг экономического роста с внутреннего потребления в сторону внешней торговли. И действительно, они говорят, что это уже почувствуется в следующем году. Поэтому, видимо, этот сдвиг происходит. Вот оно, увеличение экспорта. Соответственно, это хороший сигнал для канадской экономики. Что я хочу прокомментировать? Вы знаете, здесь впервые появилась в этой статистике канадского статистического бюро таблица номер 3, которая показывает или на какие продукты или товары пошлины, которые ввели США, повлияют. То есть вот здесь есть такая табличка новая появилась. То есть представляете, можете себе представить, чтобы в Канаде статистическое бюро уже разработало и будет отслеживать какую-то информацию, то есть в табличном виде, в которой будет учитываться эффект тарифов, которые американская власть ввела в начале этого года. Вот практически все эти товары, вот здесь, где практически вот это увеличение импортных тарифов на 25%, которое было принято в США, практически затрагивает примерно вот такую сумму экспортов из Канады. Если на экспорт продуктов из алюминия посмотреть, на которое практически США ввели 10% тариф, то есть импортные тарифы, вот практически сумма за 2017 год, которая экспортировала в США Канада. То есть здесь видно, что это 16 миллиардов. И на самом деле это совсем немало, потому что, если честно, там около 30 миллиардов, 35 в месяц экспортирует Канада в США. Если умножить на 12, это получится достаточно такое высокое число, то есть примерно около 400-450 миллиардов. И получится, что ну сколько? На 4% практически от экспорта может повлиять вот эти импортные тарифы, которые вводят США. На первый взгляд это маловато, но если честно, понимая, что канадская экономика очень сильно зависит от экспорта, 4% это не так мало на самом деле. Это достаточно солидный эффект. Хорошо, идем дальше. Утром выходили индикаторы по Австралии. Строительный сектор на самом деле показывает также нормальную динамику. То есть я напоминаю, что производственная сфера, сфера услуг по этому опережающему индикатору начали улучшаться. Это подтверждается и экспортом, и импортом в Австралии. Вот практически динамика внешней торговли в Австралии. Я хочу здесь сказать, что наблюдается улучшение темпов роста экспорта и импорта. То есть видно, что вот она goods credits, то есть экспорт товаров, что потихонечку начинается восстановление экспорта. То есть та яма, в которую зашла внешняя торговля,
Австралии в конце 2016 года и на протяжении 2017 года, видимо, уже закончилось, и начинается восстановление экспорта, роста экспорта австралийских товаров. То же самое на самом деле и в сфере услуг. Видно, что вот экспорт услуг, что было снижение на протяжении 2017 года, и потихонечку тренд вверх восстанавливается. Поэтому на самом деле я хочу подчеркнуть, что так же, как и Банк Канады, регулятор Австралии, Резервный банк Австралии неоднократно говорил, что впереди по их видению улучшение ситуации во внешней торговле, они также ставили на рост экспорта. Видно, что их прогнозы начинают материализироваться. То есть действительно, может быть, эти регуляторы со своими прогнозами окажутся правы. То есть на данный момент австралийская экономика начинает быть достаточно хорошей, то есть достаточно позитивной. Давайте я не буду говорить, что она слишком-слишком такая мощная, но достаточно позитивная статистика, достаточно положительная. Однако напоминаю, что это всего лишь пока еще один месяц, и торопиться и утверждать, что сейчас начинается сильное улучшение в австралийской экономике, что темпы роста будут повышаться и в ближайшие месяцы, пока еще преждевременно утверждать. Однако это нужно учитывать и нужно понимать, что действительно пара австралийский доллар-доллар, если мы посмотрим на график, имела право и имеет право здесь получить поддержку, вот в то, что наблюдается в последнее время. Итак, мы идем дальше по календарю. По Японии выходили индекс опережающих и совпадающих индикаторов. Там идет маленькая такая, ну, давайте мы посмотрим на график. То есть видно, что здесь есть какое-то улучшение, то есть это не та яма, в которой мы находились в 2016 году. Это уровни, которые мы сейчас находимся, они даже выше среднего за 2000, получается, 2015 год. Однако видно, что по сравнению с концом прошлого года, в начале этого года произошло замедление. То есть все равно вот эти опережающие индикаторы указывают на некую такую стагнацию, не на стагнацию, а на движение вбок. Но сами уровни достаточно хороши, поэтому я предполагаю, что учитывая все прогнозы Танкана, запаздывающая статистика по Японии, впереди тоже по Японии будет хороший экономический рост по сравнению с средней исторической, однако рост будет чуть ниже, чем на вот этом пике, который был в конце и начале текущего 2018 года. По Европе на самом деле ничего такого интересного сегодня не было. Индекс цен на жилье от Халифакса за месяц май вырос незначительно в Великобритании. Говорят, что пока еще много факторов, которые давят на рынок жилья. Однако, учитывая, что ситуация на рынке труда начала улучшаться в Великобритании, по мнению Halifax, есть хотя и маленькие, но есть предпосылки к тому, чтобы в ближайшие месяцы началось практически увеличение спроса на жилье. Однако это просто предположение, поэтому мы сейчас на 100% не будем утверждать, что вот начинается позитив по британской экономике, но мы за этим будем следить. ВВП по еврозоне, последняя оценка вышла полностью в соответствии с предыдущих оценок. Соответственно, здесь какого-либо сюрприза, на мой взгляд, для валютного рынка нет. Итак, во второй половине дня выходят второстепенные индикаторы по США, первичные, вторичные заявки на пособие по безработице, индекс экономического оптимизма от IBD, и видно, что почти такого ничего другого важного нет. По Канаде, напоминаю, публикуется в 17.30, будет опубликован отчет по финансовой стабильности, и потом состоится выступление, во время которого практически о этом отчете будет говорить Стивен Полос. Завтра рано утром выходит финальная оценка по экономическому росту в Японии за первый квартал, данные по ВВП. Скорее всего, здесь нужно понимать, что иена может отреагировать на эту статистику, на выход статистики, только в том случае, если здесь будет какой-то сюрприз. На самом деле, по Японии иногда сюрпризы бывают. Их статистика не самая такая точная, на мой взгляд. Плюс она все время меняется, непонятно на самом деле почему. Поэтому я хочу сказать, что будьте начеку.
Здесь волатильность на мелких таймфреймах завтра в 2.50 по московскому времени может увеличиться. Потом второстепенные индикаторы по европейским странам и по Великобритании. Будет опубликован прогноз по инфляции потребительских цен. Мы его прокомментируем, однако я не думаю, что он настолько важен, этот индикатор, сейчас. Поэтому у меня на этом все. Завтра уже во время следующего обзора обсудим и статистику по рынку труда по Канаде. Какие у вас вопросы по сегодняшнему календарю? До этого, как вы пишете ваши вопросы, если, конечно, их есть, я хочу показать, что один из ключевых, я целью говорю, ключевых представителей Банка Англии, Ян Маккаферти, сказал сегодня, что в случае замедления темпов роста британской экономики, они готовы практически добавить к программе количественного смягчения, то есть расширить или заново практически возобновить программу выкупа активов QE. Я это с целью говорю, потому что Ян Маккаферти в середине марта говорил, что по его мнению во втором полугодии текущего 2018 года восстановится экономический рост, то есть что закончится вот этот негатив, который был в первом квартале из-за плохой погоды в марте, то есть вот это давление на экономику, они предполагали, он говорил, что продолжится и в ближайшие месяцы, но эффект будет уменьшаться, и что во втором квартале уже в конце полностью закончится вот этот эффект плохой погоды, который произошел, то есть из-за вне погоды вот это падение экономического роста, которое было зафиксировано в первом квартале, его эффект полностью исчезнет, и что во втором полугодии экономика начнет набирать обороты. А сейчас он говорит, но это чисто теоретически, что если это не будет так, что если будут экономические падения темпов роста, то они готовы рассмотреть запуск заново возобновления программы выкупа активов. Хорошо, у меня на этом все по календарю и по событиям. Если есть конкретные пожелания или темы, которые вы хотите, чтобы мы прокомментировали, обсудили, пишите в чате. А так я начинаю с просмотра графиков. Соответственно, долларовый индекс. Потихонечку видно, что вероятность того, что здесь формируется впадина, увеличивается. Однако последняя месячная свеча на данный момент не поддерживает рост долларового индекса. Видно, что она имеет, хотя и маленькое, но медвежье тело. И это потому, что на weekly, на прошлой неделе, после свечи сомнений, то есть после вот этого доджа, на данный момент сформировалась медвежья свеча. Такого на самом деле в таком виде, хотя и в самом начале месяца, и понятно, что эта свеча может поменяться, не было, начиная с конца апреля, то есть с того момента, как мы вышли из этой консолидации или из этого движения в бок, все время вот этот рост, когда шел, никогда не было такой медвежьей свечи. Поэтому даже видно, что тени вот этих предыдущих свечей, они никогда не упускались, там не перекрывали предыдущие свечи, как, например, сейчас это происходит. Поэтому, хотя неделя пока еще не закрылась, на данный момент на weekly в долларовом индексе есть серьезный сигнал, который мы комментируем и указывает на тот факт, что здесь лучше с огнем не играть. Покупка доллара на данный момент достаточно рискованна. На дневном таймфрейме напоминаю, что пока еще чего-то кардинального не произошло. Просто предыдущая вершина, которую мы обсуждаем внутри нисходящего тренда, сработала в качестве ограничителя и вернула график к уровням или к линию, нижнюю линию восходящего треугольника, то есть на самом деле на H4 или на дневном таймфрейме, мы полностью находимся на уровнях, на котором находилась пара долларовый индекс, точнее D-доллар индекс в декабре прошлого года, и точнее во время заседания, декабрьского заседания Федрезерва. Я продолжаю придерживаться своего видения, что для того, чтобы понять, необходимо ли нам идти вверх или вниз, или просто в бок вблизи этого уровня, очень сильно зависит от заседания Федрезерва, которое состоится на следующей неделе. Мы его уже прокомментируем уже в четверг, получается, потому что итоги будут опубликованы в среду. До этого я не собираюсь гадать, что где, что может произойти. Предполагаю, что на этих таймфреймах просто волатильность может усилиться, но мы будем двигаться вблизи вот этих уровней, то есть верхней части серого диапазона.
И, соответственно, хочу вам сказать, уважаемые зрители, будьте очень аккуратны. Вот как и ранее я говорил, что даже если здесь произойдет прорыв, движение вверх по долларовому индексу, оно может практически исчерпаться перед самим заседанием Федрезерва, и график может вернуться и протестировать вот эти уровни. На H1 здесь мы четко и ясно вышли за пределы нисходящего движения. Давайте я на самом деле здесь зафиксирую. Однако тренд пока еще не сломан, но уже находится под очень большим сомнением, учитывая того, что мы тестируем предыдущую впадину. На 30-минутном таймфрейме мы идем в нисходящем направлении. И видно, что график вообще не задумывается. То есть здесь пока на ключевых таймфреймах, если мы их обобщим, нет сигнала, указывающего на покупку доллара против евро. Это достаточно рискованно на самом деле. Однако на данный момент также я бы и не покупал евро против доллара, потому что вот это коррективное движение или вот этот рост у евро пока еще не подтверждается фундаментально. И может быть окажется так, что график очень скоро может снова развернуться. Поэтому в паре евро-доллар, хотя последняя свеча имеет ярко выраженный бычий характер, то есть да, конечно, она не настолько большая, как вот эти предыдущие медвежьи свечи, все равно это не такая вот маленькая свеча. Видно, что тут у евро есть поддержка. Итак, на weekly таймфрейме это зеленый горизонтальный уровень, который я провел через дату 13 декабря, где у нас 13 декабря, вот здесь, когда практически Федрезерв, это пара евро-доллар, этот уровень соответствует уровню, когда практически Федрезерв в последний раз поднял ставку в конце прошлого года. И, конечно, мы на H4 его отобразили вот этой горизонтальной линией. Итак, а нижний уровень вот этой толстой, он соответствует, конечно, вот уровню, на котором находилась пара евро-доллар в начале 2015 года, когда регулятор Европейский Центральный Банк озвучил параметры программы выкупа активов. То есть эту впадину мы протестировали, сейчас идет коррективное движение. На самом деле, если перейти на H4, видно, что сейчас мы пробили уже вот эту первую зеленую горизонтальную линию, которую мы когда-то раньше озвучивали в качестве потенциальной достижимой цели. И я продолжаю придерживаться своего мнения, что для того, чтобы график развернулся и пошел вниз и пробил стабильно вот эту горизонтальную линию, и чтобы мы уже сохранились чуть ниже этой горизонтальной первой зеленой линии, необходимо, чтобы Федрезерв на следующей неделе поступил грамотно. И, конечно, чтобы в США не было каких-либо форс-мажоров дополнения. Поэтому на данный момент тут четко и ясно видно, что доллар находится под краткосрочным давлением. На weekly таймфрейме то же самое, как и в паре, как и в долларовом индексе. После свечи сомнений идет попытка бычьего поглощения. Все это говорит о том, что на данный момент, если свеча закроется в этом виде, скорее всего, здесь зафиксируется бычье поглощение, которое потенциально указывает на формирование дна. Дно это будет, получается, на уровне предыдущего дна. То есть я предполагаю, что даже если здесь начнется восстановление роста доллара, и которое будет выглядеть в виде снижения пары евро-доллар, здесь может нарисоваться еще одна вершина, после которой начнется снижение, чтобы здесь сформировалось плечо, голова и правое плечо. Это мое видение на данный момент чисто теоретически, но я его хочу озвучить и раньше, даже когда я указывал, на каком уровне, на мой взгляд, может находиться второе плечо, которое правое будет рисоваться. Если будет действительно рисоваться, я неоднократно говорил, что вот она, первая горизонтальная линия, которую мы провели через уровень декабрьского заседания Федрезерва. И, конечно, вторая горизонтальная линия, которая
желательно провести через вот эти красные зоны или через уровни сентябрьского заседания Федрезерва. Конечно, взять сейчас 1.1870 это не самый правильный уровень, потому что это нижняя часть вот этого вот этой свечи сентябрьского заседания Федрезерва. Это нижняя часть красных кругов, которые мы когда-то отслеживали. Но также и взять полностью верхнюю часть, 1.20 примерно, также нельзя. Поэтому нужно понимать, что эта вершина, если здесь будет рисоваться, вполне возможно может нарисоваться вот в зоне этих кругов. Поэтому давайте я вот эту горизонтальную линию уберу. Просто перемещу и нарисую еще одну такую круглую зону. Я предполагаю, что мы можем на фоне волатильности в ближайшее время, зайти в эту зону после вот этих заседаний ЭЦБ и Федрезерва и со временем потихонечку здесь формировать вершины и пойти вниз. Вполне вероятно, будем следить за ситуацией, потому что тут очень много но, достаточно очень много но, поэтому я просто наблюдаю за этими инструментами. Здесь также четко ясно видно, что на H1 мы уже вышли за пределы, не впервые, за пределы нисходящего движения, однако я пока еще не буду его отменять, потому что, может быть, если мы протестируем эту вершину и обновим ее, только тогда отменю вот это движение на моем графике. Я на 30-минутном таймфрейме. Давайте даже я эту линию уберу, сделаю вот эту чуть побольше. Если мы ее проведем, видно, что мы находимся в пределах восходящего движения на 30-минутном таймфрейме. То есть здесь пока на самых маленьких таймфреймах видно, что евро продолжает расти. Итак, на самом деле все это сейчас, на мой взгляд, что наблюдается в последнее время, это просто консолидация. Видно, что евро-доллар очень сильно упал. И происходит коррективное движение, просто он перешагнул вот эту зону финальную, на которой он должен был бы остановиться, по сути. Поэтому сейчас идет отскок. Здесь у меня ничего нового нет. В паре фунт-доллар очень схожая ситуация, грубо говоря, это те же самые свечи на тяжелых таймфреймах. То есть вероятность того, что здесь формируется вершина и просто что может нарисоваться... И что просто может нарисоваться нисходящий тренд, у которого контуры немножечко сдвинутся, не будут вот между вот этими двумя красными линиями, а между вот этими, вот она первая опорная точка, вот вторая, просто что здесь расширится вот этот нисходящий канал, вполне вероятно, что это именно будет та вершина в этом нисходящем канале, однако пока еще об этом я, как и ранее, это показывал уже несколько раз в предыдущие месяцы, что на 100% нельзя говорить, что так будет развиваться ситуация, потому что в США может произойти какой-то форс-мажор, вдруг действительно в Европе и Великобритании начнется экономический рост, и мы тогда пойдем в бок и не будет этого нисходящего канала. Имею в виду в бок тут в ближайшие годы, два, да, или тут на протяжении этого года, или там до середины следующего. Мы это будем обсуждать, конечно. На данный момент видно, что на weekly мы перечеркнули восходящий тренд, та же самая свеча сомнений, которая была в паре евро-доллар. Однако здесь пока еще нет бычьего поглощения потенциального, как в паре евро-доллар. То оно и там нет на уикли. Но видно, что здесь идет очень схожее такое движение вверх. Однако бычьего поглощения нет. На дневном таймфрейме на самом деле у меня абсолютно ничего интересного здесь нет. На H4 та же самая логика, как и в паре евро-доллар. Вот она зеленая зона. Зеленая горизонтальная линия, которую я провел через декабрьское заседание Федрезерва. Верхняя зона или красные круги, которая в паре евро-доллар, здесь находится на самом деле не так далеко от предыдущей зоны. Поэтому давайте я здесь это нарисую. Мы видим, что эти красные зоны находятся, грубо говоря, на сплошной, толстой такой синей горизонтальной линии. То есть вполне вероятно, что мы сможем протестировать эти уровни. На самом деле мы их только что тестировали, получается. И соответственно, как и в паре евро-доллар, я считаю, что чтобы пара фунт-доллар, евро-доллар пошли вниз, необходимо, чтобы на следующей неделе действительно Федрезерв поступил грамотно. До этого во всех этих парах я считаю, что просто будет какая-то волатильность, будут периодически возникают попытки роста, попытки снижения в этих валютных парах, потому что иногда могут там какие-то участники доминировать, то есть быки могут
доминировать на рынке, потом медведи могут доминировать на рынке из-за вот этих изменений в доминировании покупателей и продавцов. Волатильность будет, но в целом я какого-либо радикального изменения на данный момент не ожидаю. Предполагаю, что как минимум нужно, чтобы прошло заседание Федрезерва на следующей неделе, конечно, ЕЦБ в четверг. И уже после этого рынки могут определиться, необходимо ли идти там вниз, вверх, или пора делать такой более широкий по времени диапазон. Тоже как и в паре евро-доллар на H1, или точнее на 30-минутном таймфрейме, раньше было нисходящее движение, которое на данный момент идет в виде восходящего движения. Итак, что у нас на данный момент есть на мелких таймфреймах? Восходящее движение на 30-минутном, как и в паре евро-доллар. Если перейти на очень мелких таймфреймах, сейчас читаю вашу констатацию, точнее ваш вопрос, Виталий, потому что вы написали: Веселин, что можете сказать по поводу волатильности пары фунт-доллар на данный момент? Вы знаете, что я вот заметил, что это движение началось где-то в 2 часа по московскому времени, то есть примерно там полтора часа назад. Я тоже сразу зашел на вот эти Форекс, на валютные форумы, чтобы почитать, что там, где и что происходит. И поэтому я эту последнюю новость не закрыл, хотя когда я рассматривал календарь, все это прокомментировал, оставил вот эту последнюю новость, чтобы ее прокомментировать вовремя, именно сейчас, когда мы находимся на графике пары фунт-доллар. Смотрите, это то, что Ян Маккаферт, я это прокомментировал, я практически другие, я их закрыл, получается, твиттеры, где практически комментируется сейчас ситуация вокруг Брекзита. Там один из представителей, поскольку я понимаю, британской в кабинета, который является важной фигурой при проведении переговоров по Брекзиту, типа сказал, что уйдет от этой комиссии. Потом непонятно, будет ли уходить, не будет ли уходить. Тереза Мэй сказала сначала, то есть появилась информация, что она скажет, что могут сдвинуть вот эту дату по выходу из Брекзита или там какую-то другую дату определить, не март месяц 2019 года. Потом появилась информация, что наоборот, Тереза Мэй сказала, нет такой крайней даты, будем все обсуждать с европейцами вовремя. То есть во время наших конференций. И все это спровоцировало вот эту волатильность. То есть вот то, что вы написали, вот этот бэкстоп по Брекзиту, да. То есть я не хочу сейчас спускаться в детали, потому что вот эти маленькие такие форс-мажорные новости по Брекзиту, они очень часто появляются на рынке во время торгов. И иногда очень часто можно увидеть вот такие движения. Например, сначала показалось, что это плохо для фунта, фунт начал падать, или наоборот, показалось, что данное обсуждение, которое идет, это хорошо для фунта. То есть на первом месте хорошо для британской экономики, и, соответственно, для фунта фунт начинает расти. А потом оказывается, что эта волатильность рано или поздно исчезает, рынок возвращается к своим предыдущим уровням, начинает проводить свою предыдущую жизнь. Вот она, эта волатильность. Имейте в виду, что фунт очень волатилен сам по себе. Плюс на фоне этих новостей такие движения, не то что просто будет движение резкое вниз, которое практически составило 60 пипсов, оно может составить и 1,5-2 фигуры. Иногда даже мы, когда обсуждали вот эти выступления по Брекзиту, мы видели очень много таких движений. Допустим, там падение на 100 пипсов, на 150, на 2 фигуры. И потом через пару часов или через день или два рынок возвращается к исходному уровню, понимая, что тут на самом деле ничего такого не было. Однако в любое время одно из этих заявлений может оказаться важным, и тогда, конечно, рынок не восстановится. Но на данный момент видно, что пока еще рынок не так серьезно воспринимает вот эти данные по Брекзиту. То есть он не считает, что это настолько негативно для британского фунта. То есть просто
тут появилась волатильность. А если бы не было вот этих событий, фунт бы двигался, как и пара евро-доллар на 30-минутном таймфрейме. Он бы также находился вот в той верхней части восходящего канала. Вот он восходящий канал, вот он тот же восходящий канал на 30-минутном таймфрейме. Надеюсь, это видно и понятно. Однако, если перейти в паре евро-доллар, потому что там не было разговоров по евро, вот здесь нет такой нижней тени, нет практически вот этой волатильности. Если убрать вот эту волатильность в паре фунт-доллар, получится то же самое, как и в паре евро-доллар. Надеюсь, это понятно. Считаю следующий комментарий, который написал Иванов Михаил. Веселин, интересует ваше мнение по заявлению представителя ЕЦБ Прайта о сворачивании программы выкупа активов в ближайшее время. Как вы считаете, на мой взгляд, раньше осени на сокращение программы ЕЦБ не пойдет, а сворачивание программы в этом году, мне кажется, что говорить пока еще рано. Вы знаете, если вы мне сбросите ссылку на эту речь, просто я тут вчера с коллегами ее обсуждал, то есть у него была какая-то презентация. Давайте я попытаюсь сейчас, если получится найти эту презентацию, одну секундочку. И по поводу выступления господина Питера Прайта или Прайта, или как каждый по-своему произносит его фамилию, я хочу сказать, что сейчас я попытаюсь найти эту вчерашнюю презентацию. Так. На самом деле, я сейчас не получается у меня ее найти. Давайте посмотрю, если это была вот именно вот эта презентация. Секундочку. В Берлине это было. Ну, где практически его графики? Ага. Смотрите, отвечаю на ваш вопрос. Просто я вчера вот эти графики, которые вчера господин Питер Прайт выложил в своей презентации. Вы знаете, тут абсолютно ничего нового нет. Динамика по 10-летним бандам, точнее по доходности за последние там 40 лет. Как все это меняется, реальная премия, реальная ставка, инфляция, риск и так далее. Это классические такие обучающие лекции, можно сказать. Тут ожидания по экономическому росту для еврозоны, как менялось. Это на самом деле все исторические данные, потому что здесь вот до сегодняшнего дня 17-й год заканчивается, начинается 2018-й. Я сейчас перейду к программе количественного смягчения. И вот здесь четко и ясно одна вещь сказана. Иванов Михаил. Предположительно, программа выкупа активов закончится в конце 2018 года, в начале 2019. На самом деле, на данный момент вот эта информация совершенно не является новой. Еще в прошлом году, когда потихонечку начались вот эти уменьшения объемов выкупа активов, которые практически они начались намного раньше, но я хочу сказать, что в прошлом году произошло такое солидное уменьшение программы выкупа активов в Европе. Еще тогда говорилось, что программа выкупа активов продолжится как минимум до конца сентября, но рынок еще тогда говорил, что они, может быть, в сентябре либо ее полностью отключат, либо еще один раз уменьшат объемы выкупа активов, и что рынок практически ожидал, что до конца декабря будет идти программа выкупа активов, то есть что в сентябре они сделают резкое уменьшение, и там какие-то остаточные объемы продолжатся еще 2-3 месяца, то есть в октябре, ноябре и в декабре, и что в декабре они откажутся полностью от программы выкупа активов. Я это даже показывал в прошлом году, что это видение было у ведущих европейских банков, в том числе я комментировал BNP Paribas. Соответственно, здесь ничего, совершенно ничего нового нет. Если посмотреть на ключевую процентную ставку, и вот она практически прогноза или траектория согласно апрельским ожиданиям, согласно июньским ожиданиям. На данный момент из-за замедления в темпах роста, которые наблюдались в первом квартале в Европе, кривая немножечко упала, то есть вот эта траектория немножечко снизилась. Это на самом деле логично. И тут предполагается, что первое повышение в ключевой процентной ставке произойдет
не ранее первого квартала 2019 года. То есть вот здесь, извиняюсь, вот здесь мы идем в бок. Вот оно практически, что первое изменение в процентной ставке произойдет не ранее первого квартала 2019 года, скорее всего, там во втором квартале. Это все практически говорилось и в прошлом году. То есть нет абсолютно никакой новинки, если так могу сказать, ничего нового в речи господина Прайта. И это нас нельзя удивлять. Человек просто в своей презентации в очень грамотном виде обобщил всю историю в экономике Евросоюза за последние несколько лет. Четко, ясно, в сжатом виде показал ситуацию вокруг программы выкупа активов. И четко, ясно он показал, что то, что ЕЦБ говорил два года, полтора, в последние месяцы, оно не поменялось. Все один к одному. То есть мое видение по поводу речи господина Прайта, все, что мы вот здесь можете прочитать и графики, вы просто убедитесь, что действительно это стабильный центральный банк, который имеет четко ясное видение, которому придерживается и, соответственно, следует за своими заявлениями. То есть я ничего нового в этой речи не нашел. Конечно, вы знаете, я неоднократно говорил, может быть, где-то произошли какие-то изменения на графиках. Журналисты или те, которые пишут новости, многие из них, очень просто, например, взять какую-то новость, любую, вот, допустим, есть какое-то движение на графике, нет никаких новостей, и привязывают какую-то такую шаблонную новость, это как называется, чтобы вытащить скелеты из гардероба. То есть новость уже вообще не актуальна, она прошла, вот это событие давным-давно. Но давайте мы этого скелета сейчас воскресим и снова будем продвигать и показывать на сцене, чтобы объяснить какое-то там изменение цен активов. Поэтому, может быть, вчера кто-то сказал, что из-за заявления господина Прайта доллар, евро пошел вверх. Кому-то, может быть, наоборот, он подключился попозже к рынку, и в это время было падение евро, он наоборот скажет, вот видите ли, вот эти последние свечи, это из-за того, что господин Прайт что-то сказал, вот сейчас падает рынок и так далее, но каждый уже сам для себя решает, я свое видение неоднократно озвучивал. Итак, пара доллар-франк на месячном таймфрейме. Мы уже в начале текущего месяца увидели вот эту падающую звезду, которая говорила о том, что здесь идет замедление. Текущая свеча обновила минимум предыдущей. Будьте очень аккуратны. Продолжается свеча черных свечей. То есть продолжается череда, продолжается череда черных свечей, у которых и минимумы, и максимумы обновляются. Соответственно, все это говорит о том, что на данный момент давление в паре доллар-франк продолжается в идеальном виде. Будьте очень аккуратны. На дневном таймфрейме та же самая череда свечей. Вот она практически горизонтальная зеленая линия, которую я когда-то провел через вот эти локальные максимумы здесь. На самом деле этот уровень соответствует и уровню декабрьского заседания Федрезерва. Но, как и в паре евро-доллар, фунт-доллары и в паре доллар-франк, сейчас доллар находится под давлением, и мы, соответственно, отходим от этого уровня. Я предполагаю, что, скорее всего, здесь может увеличиться волатильность в преддверии заседания Федрезерва, но все-таки я считаю, что от этого нельзя отталкиваться при совершении сделок на валютном рынке на данный момент, потому что я неоднократно говорил, что, на мой взгляд, лучше уже дождаться окончания вот этих заседаний ЕЦБ и Федрезерва, то есть на первом месте Федрезерва и ЕЦБ, и уже после этого принимать решение. На H4 мы отошли от потенциальной линии тренда, то есть это первая попытка реального прорыва. Также мы находимся уже ниже зеленого диапазона, который я считаю фундаментально оправданным. Однако на данный момент для меня это пока еще ничего не значит. Это может быть и рыночный шум, то есть просто волатильность вверх-вниз вблизи зеленой горизонтальной линии, которую мы провели через декабрьское заседание Федрезерва. Вот оно, заседание от 13 декабря. Вот оно практически. И я с целью это показываю, потому что для меня это пока еще рыночный шум. Однако на H1 четко и ясно продолжаемся в контурах нисходящего движения.
И я не могу сказать, что это нисходящее движение продолжится, но одно могу сказать, что тренд пока еще на мелких таймфреймах, а также недельные свечи указывают на тот факт, что покупать франки достаточно опасно. То есть возвращаться к покупкам франка от вот этой зеленой зоны необходимо только в том, желательно только в том случае, если мы вернемся. Тогда получится, что на уикли будет первая бычья свеча, которая поглотит какие-то хотя бы одну или две свечи. И вот тогда сформируется сигнал на многих таймфреймах, что начинается разворот. А так, пока еще все одно гадание, и поэтому будьте очень аккуратны на H1. На самом деле, вот он, еще раз хочу показать, вот этот нисходящий тренд. Пара доллар-иена. Совершенно ничего интересного. Что здесь происходит? 38 уровень по Fibonacci был достигнут с 23-го, потом 50 уровень, сейчас делаем паузу. На weekly таймфрейме на самом деле восстанавливается движение потихонечку вверх. Может быть, у кого-то возникнет вопрос: а Веселина, почему сейчас иена падает, например, там франк растет, евро растет, доллар, что такое? Вы знаете, если посмотреть на вот эти коррективные движения, я думаю, что по амплитуде они на данный момент достаточно схожи. Давайте мы на дневном таймфрейме отследим, насколько евро вырос, насколько доллар, иена выросла против доллара от вот этой вершины. Вот она вершина, падение 3,5 фигуры. И сейчас мы, получается, отыграли 2 фигуры или почти половину, то есть это всего лишь там 1,5 фигур. Если перейти в паре евро-доллар, и мы вспомним, что доллар-иена выросла на 3-3,5 фигуры, вот они практически 3-3-3-4 фигуры в паре евро-доллар. То же самое практически и в паре фунт-доллар, но чуть-чуть побольше. То есть здесь, тут получается даже чуть-чуть поменьше. 2,5 фигуры. Доллар-франк, та же самая ситуация. Вот она вершина, вот она впадина, 2,5 фигуры. То есть получается, что даже вот эти 2,5 фигуры коррективные, они намного меньше, чем вот эти 3,5 фигуры, которые здесь были в паре доллар-иена. Тем более, что иена не так сильно упала против доллара до этого. Конечно, это в связи с тем, что японская экономика, хотя и темпы роста падали в последнее время, они все равно не так сильно упали по сравнению с первым кварталом, как это было зафиксировано в Европе. Поэтому доллар-иена была более стабильной тогда. А сейчас она просто... Кажется, что иена снижается. Иена не снижается, она просто, вот видно, что происходит некое сбалансирование между валютами. И, соответственно, это, грубо говоря, на тех же уровнях, на которых находятся и другие пары. Просто тут немножечко, чуть заранее была вот эта коррекция. На H4 перечеркнутый восходящий тренд, коррективный нисходящий тренд. Вот он практически на 30-минутном таймфрейме у нас есть. И сейчас идет попытка движения вверх. То есть это единственная пара, в которой потенциально может нарисоваться восходящее движение в пользу доллара, имею в виду, и которая на самом деле нет на данный момент в других валютных парах, которые мы обсуждали. Пара доллар, канадский доллар, полностью хаотическое движение на меньшем таймфрейме. Однако напоминаю, что все вот эти свечи, которые сейчас рисуются, мне кажется, что последние две свечи указывают на тот факт, что если Fed Reserve поступит грамотно, здесь есть хорошая вероятность, что мы пойдем вверх. Почему? Потому что на weekly, в отличие от других валютных пар, мы потихонечку идем вверх. Минимумы и максимумы обновляются. Да, свечи не самые идеальные. Они практически с микроскопическими телами. То есть это говорит о том, что много борьбы между быками и медведями. Нет практически доминирующей страны в этой ситуации. Однако минимумы и максимумы последних свечей повышаются. Поэтому все это говорит о том, что, скорее всего, есть потенциал к дальнейшему движению вверх, если Fed Reserve поступит грамотно. На дневном таймфрейме совершенно ничего интересного. То же самое и на H4. Одни хаотические движения. Ну, конечно, если глобально посмотреть на пару доллар, канадский доллар, может быть, на грамотном решении со стороны Fed Reserve мы как-нибудь пойдем вверх.
Но на данный момент видно, что никакого целенаправленного движения нет ни на одном таймфрейме на H1, тем более. Да, здесь можно начать искать какое-то некое вот такое движение вверх, которое практически здесь может нарисоваться. Но пока еще я не буду торопиться это озвучивать, потому что вдруг на следующей неделе Федрезерв поступит неграмотно, мы пойдем вниз. В этой паре практически я не вижу смысла торговать на данный момент на мелких таймфреймах. Австралийские и канадские доллары тоже самое. Те же самые коррективные движения, отскоки от декабрьских уровней Федрезерва. Или это, имею в виду, заседание, которое проводилось в США. Мы это неоднократно обсуждали. 50 уровень, 61 по Фибоначчи, как и в той паре, так и в другой. Бычьи свечи, и на уикли они бычьи в этих парах. Соответственно, тут нет ни малейшего сигнала, указывающего на продажу. На самом деле, тут очень интересная ситуация. Если исходить из weekly таймфреймов и понимая, что здесь были диапазоны, а в австралийском долларе может нарисоваться вот этот диапазон, может. На weekly таймфрейме те свечи, которые сейчас сформировались в австралийском и новозеландском долларе против доллара, они четко и ясно напоминают отскоки или развороты от нижней части диапазона. И по сути сейчас нужно уже искать момент на покупку. Но эти свечи пока еще не закрылись. Если они зафиксируются в этом бычьем виде, как и здесь, так и здесь, здесь в этих парах по правилам диапазона, диапазонной торговли и формирования, вполне вероятно, что здесь начнут формироваться диапазоны. Это окажется важная впадина, от которой можно купить, дождаться как минимум движения до середины или до конца. 50 на 50 лучше разбить сделку до конца вот этого диапазона и потом закрывать свою позицию. То есть, по сути, чисто теоретически вот так выглядит ситуация. И поэтому, если на следующей неделе Федрезерв поступит неграмотно, эти свечи, скорее всего, будут такими бычьими. Здесь четко и ясно из точки зрения графического, свечного и фундаментального анализа откроется возможность на открытие сделки на покупку. Однако, если Федрезерв поступит грамотно, здесь ситуация развернется, на мой взгляд, от 61 уровня мы снова вернемся до 50. Таким образом, просто на H4 сработает вот это нисходящее движение, трендовую линию, которого мы на данный момент, получается, что тестируем. И на самом деле, если перейти на H1, видно вот этот восходящий тренд. Видно, что мы вчера утром протестировали на фоне хорошей статистики по ВВП в очередной раз линию сопротивления. Однако мы четко и ясно находимся пока еще в контурах вот этих движений. В частности, в паре австралийский доллар, доллар имею в виду в контурах восходящего движения. Для того, чтобы пара пошла вверх, скорее всего, как минимум нужно, чтобы Федрезерв поступил неграмотно на следующей неделе. И наоборот, если Федрезерв поступит грамотно, может быть, медленными темпами мы пойдем вниз к линии тренда. Здесь никаких сигналов на данный момент на покупку и на продажу в этих парах не вижу. Поэтому я когда-то даже полностью закрыл свою пару новозеландский доллар. Доллар на самом деле по тейк-профитам. В австралийце я сейчас просто наблюдаю за ситуацией. Будьте начеку. У меня на этом все по валютному рынку. Золото. Тоже ничего интересного для трейдинга в настоящее время. Почему? Потому что на H4 те консолидации, тот диапазон, в котором консолидировалась цена на золото почти 3 месяца, видно, что да, может быть, пора было сдвинуть один диапазон вниз. Но на данный момент четкого ясного выхода вниз нет. Мы находимся вот он, этот второй диапазон, который я таким же нарисовал, как этот первый. Вот он, практически я его скопировал, перенес на этаж вниз. Получается, что мы сейчас находимся на этой приграничной зоне между двумя диапазонами. То, что мы неоднократно обсуждали. Вот именно в этой фазе здесь сейчас находимся, которую мы обсуждали с точки зрения теории, с точки зрения диапазонной торговли. Однако нельзя сказать, что это возвращение в серую зону, то есть в наш диапазон, потому что на H1 четко и ясно, если провести линию нисходящего тренда, вот она через все вот эти вершины, получается, что мы просто тестируем эту линию. И на H1 нельзя сказать, что это нисходящий тренд. Почему? Тут есть одна вершина, впадина первая.
вторая вершина, вторая впадина. Но будет ли это третьей вершиной, после которой восстановится движение вниз, пока еще очень-очень сложно сказать. На эти все графики повлияют заседания Федрезерва и ЕЦБ, которые состоятся на следующей неделе. До этого вот они просто консолидации, хаотические волатильности, вниз-вверх, без целенаправленных движений, потому что рынок пока еще не знает, куда нужно будет ему идти. И поэтому в паре фунт-доллар на фоне каких-то таких типа важных событий, Brexit и так далее, если выходят какие-то важные новости, вот такие волатильности мы можем достаточно часто наблюдать. Поэтому торгующие по фунту, имейте в виду, что пока идет риторика или обсуждение Брекзита, волатильность, это даже маленькая, она может составить спокойно даже 2-2,5-3 фигуры. У меня на этом все по сегодняшнему обзору. Жду ваших конкретных вопросов. Если они есть, пишите в чате. Если у кого-то есть конкретные вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Если вопросов, конечно, нет, ставим свои плюсики, и тогда нам пора заканчивать. Итак, поскольку я вижу только одни плюсики идут, спасибо за ответ. Огромное всем спасибо, Иванов Михаил, Ирина, Алексей. Поэтому всем огромное спасибо за ваше присутствие. Всем желаю хорошего дня, удачи на финансовых рынках, если у вас все-таки есть открытые сделки в преддверии вот этих важных заседаний, которые состоятся на следующей неделе в США и в Европе. Будьте начеку. И, конечно, мы с вами завтра снова увидимся в это же время. С вами, как всегда, был Веселин Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Всем спасибо и хорошего вечера.